Гэри обвел взглядом переполненную комнату. 32 человека, да еще пятеро зашивают раны собакам. Весь персонал на месте. Итак, начал Гэри, вы все знаете, что произошло. Блэр хочет исследовать останки существа, чтобы убедиться в том, что оно окончательно и бесповоротно мертво. Я не знаю, даже видели ли мы его настоящего. Блэр посмотрел на прикрытый брезентом труп. Может быть, оно имитировало образ создателей корабля, но мне кажется, что это не так. Судя по всему, оно родом с более жаркой планеты, чем Земля, и в своем истинном обличии нашей температуры не выдерживает. На Земле нет ни одной формы жизни, приспособленной к антарктической зиме. Но лучшие компромиссы всех — это, конечно же, собака. Оно нашло собак и принялось за вожака, чернока. Остальные собаки сполошились, порвали цепи и напали на существо прежде, чем оно успело закончить свое дело. То, что мы обнаружили, было частично чернаком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля. Когда собаки напали на него, оно стало принимать обличие, самое, по его мнению, подходящее для боя. Превращаться в какое-то чудовище своей планеты. «Превращаться?» — резко спросил Гэри. «Это как?» А вот как, мы узнаем через несколько минут уже, буквально. Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале We Love Games TV. С вами ведущий Дэн Русианини. Сегодня в халате. Нет, на самом деле это не халат, это снег. Видите, снег идет. Мы в Антарктиде с вами, да. Сегодня холодно, так что берите пледы с собой. Привет, Good Game. Привет, Twitch. Привет, СК, Харадрик, Гоха, Эмпайр, Торт. Give me five. Молодцы. Отлично. Спрашивают, почему заставка с прайм-тайма? Ну, нравится мне заставка, господи. Рубрика-то все равно была в Брикс ТВ. Страшилки, как-никак. Как ваши дела, все хорошо? Так, пятерки вижу, так. Два человека на Твиче мне дали пятерку. Ноксис, привет. Здоров, белый халат, привет. Привет. Привет, 82-й. Мистер Кей, бобры, привет. О2, привет. Обскюр, здравствуйте. Епошка, привет. Да, я как тот парень без шапки в минус 40. Так что сегодня будем греться. Вместе. Все отлично, хорошо меня слышно, хорошо видно. Можем начинать. Игра The Thing, нечто. Смотрели мы уже и фильм 82-го года. И повесть читали Джона Кэмпбелла. Я думаю, что в представлении вы не нуждаетесь, можете посмотреть все на YouTube. Прекрасное произведение, игра не менее атмосферная. Ну что же, давайте. Я думаю, что мы уже собрались, пора начинать. Ностальгия, да, она самая. Спасибо большое Эннио Морриконе, нашему итальянскому товарищу, за прекрасные саундтреки. А мы переходим непосредственно к самой игре, дорогие друзья. Ну что, кто не помнит, что произошло на прошлом стриме? Ну, по всей видимости, мы сохранились. Это уже хорошо. Какой-то мы искали ключ, чтобы выбраться на поверхность. К метеостанциям. А вот он и ключ. Да. Так вот нас здесь игра и сохранила. Последствия былой славы. Так. На СК2 ТВ печенька раздает печеньки, поэтому если кто хочет, заходите. Welcome guys on Twitch, if there are anyone. Welcome Moobot. Moobot у нас точно по-английски говорит. Так. What the hell happened? А что здесь произошло? I'm not going anywhere. Я тебе пойду, все кончено. Что ты говоришь такое? Все, ты меня поебал, я чувствую. Я тебе существовать помогу. Да ни хрена ты не поможешь. Ты здесь только одна альтернатива. Не-не-не, подожди. Подожди, я не могу тебе позволить, да у меня нет выбора. Слушай, я тебе не позволю умереть прямо здесь. Да ладно, заткнись.
Слушай, Пирс, ну давай уже, а? Успокойся, Пирс. Знаешь, мой отец всегда говорил, если хочешь сделать дело хорошо, сделай сам. Ой, твою. Ну вот, второй раз он уже умирает. Именно здесь мы и закончили нашу игру в прошлый раз. That was the moment we stopped the last game. Смотрите, снайперская винтовка, между прочим. И компьютер. I've positioned the telescope on a large object in the ground. There is some activity and I saw people transporting equipment in containers inside. Телескоп навели куда-то. Куда-то. Ну да, теперь все ясно. Нет, это не вам, это мне смс-ка пришла. Увидели мы, что там какая-то группа людей таскает контейнеры, оборудование. Кто-то приехал сюда? В Антарктиду? Это здесь? Ну, кстати, сайт с летающей тарелкой. Угу. Так. Ну что, нужно вниз идти теперь? Ну, пойдемте вниз, окей. Ага. А, вот вы как, да? Ага. Уже Воу, эй! Вот вы наглецы, а? Вы посмотрите, что делает. Я, пожалуй, блокирую этот проход. Дабы они не добрались до нас. Я не ожидал, что они запрыгнут. Наверх. Ловкие засранцы. Так, надеюсь, что здесь никого нету. Давайте сохранимся на всякий случай. Хомичевская, говорит, дернулась в наушниках. Испугалась. Моделек. Настолько они страшные. Это костюм Оби-Вана кино... Это? Да, конечно. У меня даже световой меч есть. Но я пока не буду его доставать. Возможно, не в рамках сегодняшнего стрима, но да. Похож, кстати, главный герой похож на Макса Уэйна, да. Мелла, привет. Я запомнил. Ты просил меня тебя унижать. Представляете, человек на Good Game говорит, я хочу, чтобы ты меня унизил. Вот я до сих пор мне... Ладно. Вальтер, привет. Who's got a magic stick? Вы о чем, СК? А, вы про... Я понял, да. Делаешь, привет. Это куртка в снегу, ребята. Это куртка в снегу, что вы. Если этот индикатор синий достигнет своего... Почему? Почему ты не бегаешь? Мужик. Эй, алло. No. Так, стой. Твоя мать, закрыта? Что такое? Почему он не бегает? Эй! Эй! Вот, наконец-то. Возможно, да. Смотрите. Упала антенна. Видели наверху? Нам как раз туда и нужно. Да, Мелла, я помню. Зомби, Лиза, привет. Давно тебя с нами не было, а вчера тебя на стриме по свиньям вообще не было. Как ты могла? Ага. Так, ладно. Давайте взорвем это к чертям. Вот так вот. Вот то, что надо. Надеюсь, успеем добежать. Нет, здесь не получится, придется в обход. Того несчастного мы трогать не будем. Насколько я помню, мы уже все забрали. Все, что возможно. Then give me five. Here you go. Да ладно! Как хорошо, что я... Воу! Эй, стой! It's an ambush. It's an ambush. Ребят, я так не успею добежать. У меня тут окружаете очень умело. Нормальную игру слышно?
джентльмена. Пятачок, привет, не пугайся. Подожди. Пока не страшно. Страшно, что мы можем... Черт, замерзнуть. И мы сейчас действительно замерзнем. Вот черт. Вот черт, не успеем. Holy Flame Cactus, привет. Ну что ж такое-то, давай, беги, беги, Блэк. Его ведь Блэк зовут. Вы помните, как его... Твою нет! Нет же ж... Нет! О, ступидо! Ступидо, ступидо, ступидо! Ну как же так? Как это возможно было? Скорее всего, нам нужно было разрушить ту решетку. Да чего вы смеетесь? Он еще продолжает кричать. Вы видели, в какой он... Вы видели, в какой он позе упал? Посмотрите, в какую раскорячку. И продолжает кричать. Я напоминаю, что с вами канал Love Games TV, и сегодня мы играем в... Да, именно в нечто мы сегодня играем. Привет, уважаемые зрители. Чаты, SK, Twitch, Good Game, Харадрик, Гоха, Эмпайр и Торт. Я ответил на ваш вопрос, какие чаты мы читаем. Ну, читаем мы сейчас в данный момент SK, Twitch и Good Game. И Гоху. Привет, гоховцы. Ну что, я думаю, размялись, уже сломали две ноги, поэтому можем продолжать. Не зря сохранились, кстати, да. Блэк, давай быстрее. Обратите внимание, что во вторую руку мы можем брать различные предметы, в том числе аптечку. И сразу таким образом себя лечить. Вы сволочи. А, они за мной просто... Вы смотрите, какие умные заразы. Они просто за мной проследовали, наверное. В прошлый раз, помните? Я говорю, они окружают. Ну, это, наверное, просто остатки. Хотя нет. Я слышу. Отреспаунились. Да. И еще один должен выйти, да? Нет? Ладно. Окей. Good enough. Do we have any English guests on Twitch, guys? Don't be shy, drop a line. Давайте попробуем разрушить. I knew that. Теперь вопрос, как присесть? Ага. Space. Опа. Simulation complete. Только не упади, я тебя умоляю. Help me. Please, someone... Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне! Помогите по... Таких штук я еще не видел, по-моему. Ой-ой-ой, подождите, мне время на подготовку нужно. Ах ты, сволочь. Господи, какой скорострельный пистолет! Давай же, умри. Да жги, жги. Ай-яй-яй-яй. Черт, ну давай, давай. Жги! Не уйдешь, врешь, не уйдешь. Так. Основного устранили, теперь еще. Что за... На, получай же. Адское отребье. Хедкрабы. Одно лицо.
Здесь закрыто. Так. Ладно. Починим. Я напоминаю, что все смельчаки, которые присоединились к нам, отряд Альфа, они, к сожалению, погибли. Смертью храбрых, но погибли. Так, парень, откроешь мне? Ага. Блейк! Блейк! Господи, я чуть-чуть обосрался. Что ты здесь делаешь? Ты напугал, я тебя спас. Слушай, давай, Пирс, Убер, я просто хочу отсюда убраться, понял? Я тебя понял. Я думаю, меня кто-то запер здесь, ну скорее, эти монстры. Кого тебе видел из членов команды, нет? Я кричал, звал, но вообще, нет, я здесь один, понятно. А тут еще чувак был, норвежец какой-то, ты не видел его? А я видел, кто-то пробегал, да, внизу. Ну ладно, давай спустимся вниз и посмотрим. Сможем ли мы найти его и заодно выбраться отсюда. А, ну пойдем. Или тебе нужно пушку дать и так далее и тому подобное. Да, здесь члены отряда. Ну, преимущественно неуравновешенные люди. Чтобы их успокоить, нужно. Вот Коллинс его зовут, нужно ему дать оружие. Вот один пистолет, второй пистолет. Дали ему две обоймы. Теперь пойдем. Okay. Вот, видите, 100% доверия. Всего лишь нужно дать пушку. И все, он ваш. Давайте скушаем аптечку. Или нельзя скушать аптечку? Нет. Видимо, у нас уже фулл ХП. Так. Я вижу бочки. Очень хочется выстрелить по красным бочкам, но пока не будем этого делать. Я думаю, что... Подозрительно тихо, не правда ли? Если есть чем, кольни его сразу. Вы проверите... Человек он или нет? Да нет, вроде человек. Хотя откуда я знаю? Можно ли тебе доверять или нет? Ты, кстати, можешь тут дверь открыть? Мистер, как тебя там? Коллинс. Коллинс, can you open door, please? Нет? Может быть... Ну-ка. Так, понятно. Можете, можно какую-то команду дать, hey? Can you help me out here? Коллинс? Can you... No, you can't. Ладно, черт с ним. Я просто видел там компьютер. Controls for operating the crane are situated at the bottom of stairs. Управление краном каким-то. Так, нужно убедиться, что электричество подключено. Понятно. Видимо, нам нужен кран. Это вот этот вот. Коллинс, get over here. Нюб. Что ж ты там делаешь-то, а? Коллинс, да? Твою мать, Коллинс! Иди сюда. Get over here. Get over here! Ты идешь или нет? Are you coming or not? Так, а что у нас здесь? Что? Ну, твой, я так и знал! Беги, беги, Коля! Воу! Почему на меня так будет? Ничего себе! По-моему, я заложил. Ну, замечательно. Ну, замечательно. Коллинс, я... Ты был прав, надо было оставаться наверху. Так, жги их, жги, 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 не жалей! Да стреляй же ты, подонок! Да... Нас сейчас заживо съедят! No, we're not gonna die here! Куда ты пошел? Да что... Что же вы делаете-то, изверги? Так, кажется, один есть. Коллинс, уйди! Коллинс! Мать твою, Коллинс, а! А я сильный. Ну, не настолько сильный. Вот черт. Вот игры делали, а не чтобы сохранить кому-нибудь... Вы поняли. Тут...
Ты умри же, ты несчастная! Что, отступаешь? Чувствуешь, что проигрываешь? Видимо, нет. Да ну давай же! Интересно, из пистолета здесь вообще можно убить кого-нибудь? Алло! Ну вообще, ну что ж такое-то? Слава богу. Вот так вот. Ну, как-то это было очень долго. Да-да, как тебя зовут там, я забыл уже. Давайте не будем его брать, давайте его оставим наверху. Я знаю, что здесь много аптечек, вот мы их возьмем. Тебе мы дадим... Я не знаю, давай тебе что-нибудь получше дадим. С пистолетом ты хреново справляешься. Окей. Окей, let's go. Yes, sir. Yes, sir. Ринзай, привет. Ты все хвастаешься своими смайликами, да? Другим назло. Матич, привет. Спасибо, Дэн, что сжёг Коллинса. Я не сжигал его, он сам. Да, пока secured. Через секунду уже будет... Так, может быть, его все-таки здесь оставим? Ну вот, например... Например, здесь. А? Stay here. Alright. Alrighty then. Пусть они следуют за нами. Грит. Leslie, Great Leslie, sorry. Привет. У вас не лагает? У кого не лагает, поставьте единичку. Put number one on Twitch if you're not lagging. If you can see me well. If you can see me in my white sexy robe. Единички? Так, все, вижу, хорошо. Пошли единички, значит, все нормально. У кого лагает, вы можете сменить качество, там есть опция. Йо-йо. Ах ты еще. Воу, подожди, не так быстро! Дамочка, подождите. Коллинс, ну твою мать, я тебе сказал ждать там. Ну какого черта ты здесь сидишь? По-моему, все равно. Мистер Коллинс, пойдемте отсюда. Вот, ну все. Да, конечно, yeah, you're right! Просто... Почему я не могу выбрать оружие, алло? Коллинс, уйди! Уйди, Коллинс! Коллинс! Get the fuck out of here! Так, одного сожгли, отлично. Коллинс, у тебя сзади тут паук. Человек-паук. Что эти ребята из амнезии, точно. Да давайте же! Коллинс, стреляй, не останавливайся! Коллинс, стреляй! Чёртов идиот! Господи, какое ужасное багнутое оружие! Да почему... Я не хочу это... Стрелять из этого! Ауч! Он жив или нет? Да, он жив! Огнетушитель. А, нет, огнемет! Он вообще горит или нет? Ну-ка иди сюда! Ну-ка иди сюда! А ну! Сволочь ты какая, а? Все, еще один есть! Черт, Коллинса сейчас дожрут. Коллинс, давай, пожалуйста. Что это? Что это за хрень такая? Матерь божья! Коллинс, аккуратней. Ты жив? Да, на тебе оружие. О, амуницию.
еще ругается, говорит, где, черт побери, мои патроны. Ренток, привет. Лив, привет. Что, еще тебе патроны дать? У тебя жопа не слипнется? Yes, sir. Да, сэр, есть, сэр. На колени. Это было неожиданно. That was unexpected. По-моему, здесь свет должны были включить, нет? Так надо было сразу так делать. Вот черт. Ну ладно. Ты инженер, да? Ну так чини тогда. I need an engineer. Get over here. I need an engineer. Ну, Коллинз же, ну. All right. All right. У меня фонарик есть. Чё тут за коробка? Коллинз, я могу тебе доверять? Оу! Патроны, Коллинз, у меня закончились патроны! Тебе, кстати, нужны, я могу тебе дать. Давайте спонсируем по полной. Так. Ammunition. Yes, sir. А, не, подожди, подожди, а мне больше не дают, нека. Ну, отдай обратно. Ах ты, говнюк. Ах ты, наглая твоя рожа. И чего мне теперь делать? А обратно как? Ну, Коллинз, ты и говно. Да. Я запомню. Хорошо. We've got company. We've got company where? Где? Что? Чё ты меня обманываешь? Никого нет. Так, это дробь или это... Так, нет, видимо, ты меня не обманул. Кто там? Ах, вот вы, мрази! Стреляй, стреляй! Shoot the motherfuckers. Так, ну что, будем... Кран-то работает уже? Давай управлять краном. Вы видели где-нибудь? Пульт управления. Продолжение амнезии будет в субботу, ребята. Спасибо, что вчера пришли. Был рад вас видеть. Thank you guys for coming yesterday. The Amnesia game will be on Saturday. Так, мне кажется, я... А мне кажется, что это я это раньше сделал. Окей, ладно. Обидно, что сохранения нету. Если мы сейчас погибнем, нам придется все заново проходить. Арчер, привет! Нет, только начали, по сути. We've just started. Какой я хитрый. А, Коллинз! Не сможешь ты сюда забраться, не сможешь, нет. Козлина, взял мне весь запас. Это секретка, что ли, была? Взда... И смотрит на меня. Что тебе? Чё тебе надо? Чё тебе надо? I see you. Оп! Да что ты будешь делать? Ну, come on! Бесит! Коллинз, все из-за тебя, ты сглазил. Как-то бегает странно.
Мне кажется, куртка мешается. Так, И? Да, вот сюда, понятно. Так вот. Вот так вот. И карточка есть, отлично. Ничего смешного. Легендус, привет. Construction of the test chambers has been relatively smooth. We lost another 3 workers in an accident last week, but the boss doesn't seem to think that that is a reasonable excuse for being a few days behind schedule. I can't get any more hands on this project. The workers have been glorifying their experiences here when they return to base, and as a result, people are too scared to come here. Какую-то они лабораторию здесь строили? Что за лабораторию? Опять какое-то государственное вмешательство! Твою мать, была обычная исследовательская станция. Что, они еще опыты ставили над инопланетянами? Или что произошло-то? Так, у нас есть карточка, да? We've got company. You've got company, not me. Тут у тебя компания, не у меня. Делай с ними что хочешь. А где ты? Коллинз, motherfucker, get over here! Ублюдок и убежал, а? Самый умный, что ли, а? Ты умный самый? Давай вперед. Иди давай. We've got company, побежал в другую сторону вообще. Скотина. Damn it, it's locked. А, черт, это закрыто. Голос похож на Макс Пейна, да? Вообще персонаж похож на Макс Пейна. Мы уже об этом сегодня говорили, обсуждали. Reminded to weather station personnel. Key cards can be obtained from the foreman in the office. А, здесь была подсказка, где взять карточку, которую мы только что взяли. В принципе. No, you're not gonna die here. Мы сохранимся, и все хорошо. Ну, мы можем умереть, конечно, уже, потому что мы сохранились. А, ты посмотрел на это? На этот ужас? Не смотри, друг. Не надо. Видите, уже паника. Уже паника, уже... Уже сыт. Опа. Yeah, you better pull it together. Может, вколем ему в задницу шприц? Йо, бро, привет! Maybe инопланетные ставили кого-то... Хотя, не будем вдаваться в подробности. Ох уж этот СК-2ТВ. Даже инопланетные существа им... Твою мать! Твою мать! Я же только что хотел тебя вколоть, ублюдок! Ублюдок! И главное, стоит... Стоит, понимаешь ли, за моей спиной, сукин ты сын, гори! Что... У меня же, по-моему, вся полоска была. I got a full health bar. Didn't I? Да, конечно, да. Вот, ты помнишь, у нас загрузка была, нет? Для этого мне нужно в меню выйти. Так. Ну-ка, посмотри мне в глаза. Угу. Не моргаешь, я понял. Ага. Так, дай-ка мне свое оружие. Спасибо. Вообще-то я забрал у тебя оружие. А стой здесь. Alright. Alright. Вот и стой здесь, правильно? Все. Хотя, знаешь что? Yes, sir. Alright, I'm okay. Иди сюда. Сюда иди. Ирод. Да ну черт с тобой. Попробуй только. Обернись в нечто.
Yeah, the bodies are freaking him out. And if you take his weapon, you will also freak out. Nice and tasty sound. Класс. Hardcore! Ну я, простите, даже ничего не смог сделать, но это... Truly amazing! Класс! Nice! Very nice! Give me your gun, please, thank you very much! Okay. Now get over here! Alright! Alright, get over here! Alright, I'm okay! Yeah, you're okay! No, yes, sir! Теперь оставайся здесь, так, okay! Let's do it again! Let's do it again. Хорошо. Я надеюсь, история сейчас не повторится. Игра вроде пропатчена, все нормально. Используй аптечки. Use the medkits. I actually do use the medkits. Ah, no, I didn't have any medkits. Okay. Ладно. Твою мать! Это Блэр? Не Блэр ли это? Воу! Эй! Что мне с тобой делать? That's a tough motherfucker. Воу! Не, подожди, это слишком... Да ну перестаньте! Ну это сложновато. Oh, it's a kind of a challenge. Есть подсказки? Видели переключатели, правильно? Может, их можно как-то... Надавали по жопке. Ну, надавали, ну и что? Твою мать! Да... Не смешно вообще. Да, я так и сделал. Дашек, привет. Привет, гудгеймовцы. Видите, он... Что-то происходит. Он сразу меня бьет. Он сразу меня бьет, сволочь. Чё тебе надо сделать? Воу-воу, и подходить к тебе нельзя. А это что за дерьмо? Lol, you died. Lol, you died. Ага. Ладно. Хоть по-хорошему будет, по-плохому. О, промазал, неужели? Давай, давай. Давай, ну давай же! Ну, опа! Сволочь, достал меня. Давай, давай, иди сюда. Подожди, там какой-то газ пошел. Точняк, может, надо сейчас поджигать его как раз? Ага! Да ну... Ну-ну-ну-ну!
Мне даже стало интересно, как его убивать. Уже 5 часов этого босса не можем пройти. Не верь ему, не верь, он обманывает. Это всего лишь была третья попытка. Оп, ты промазал. Давай, ну давай же, что? Что? Давай, сукин сын. Давай, давай. Это все, что ты можешь? Давай, бей. Come on, hit me. Ouch! Это было больно. Да, ну хватит, ну что ты делаешь? И пока ты горишь... Да чёрт, я не понимаю, что нужно делать. Он умолкает всего лишь на пару секунд. Ну, чего? Все? Да, это мне очень поможет. Blood test kit. А, адреналин, смотрите, а что это за адреналин такой? Кстати. How can I use this one? Torch, flare. Ну, флэр-то нам точно не поможет. Ой, ты! Ну вот он горит, вот он горит. Так. А я здесь, смотри, а я здесь. Потушили тебя. Так, вот это уже нечестно. Твою... Мразь ты, а! Ну я... Я не успею. А можно ли отходить? То есть чинить, отходить, чинить, отходить. Давайте проверим мою теорию. Наверное, нужно сделать так, чтобы попал босс в электрощиток своими тентаклями. Это не газ, а заморозка. Морозишь его и открываешь дверь. Окей, let's try to freeze him to death. Пулеметчик Ганс, привет. Давай. Да. Давай же. Ну давай же. Больно? Больно? Я знаю, что тебе больно. Ты просто мол... Ай! Все, заморозился? Молодец. Заморозился, а? Да, можно. Все, я понял. Окей. А все оказалось очень просто. Да стой ты! Сайонара, бич! И все? И все? А я-то думал. Search submersible. Submersible? What is a submersible? Я не знаю такое слово submersible. Да, ну замечательно, да. Учитывая то, что у нас еще нет ХП. Иди в задницу. И не таких видели вчера. Preparation lab. Класс! Супер! Вот его бы сюда! Все закрыто. И камера какая-то. Заметили, я выстрелил там, и звук перезарядки тоже здесь, по-моему, остался. Класс, действительно, звук перезарядки остался там. Какое странное место. Ты сволочь маленькая. Смотри, какая мразь, а!
Если у вас бесконечный регент, вы так скажите мне, пожалуйста. Понятно. Понятно. Слушай, уйди, уйди! Зачем ты тратишь снайперскую винтовку на это, господи? Они там за дверью, что ли? Где сохранялка? Вот она. Один, два, три, четыре. А монстр в какой сидел, я забыл. Do you remember where was the monster? Ah, we have a camera. That should be a camera. Access code 7291. Да, это действительно какие-то test subjects. А, вот. Твою мать, это был мой медик. Так, смотрите внимательно. Вот, а, вот, он в третьей. То есть мы открываем первую и вторую. И четвертую. Первая не работает, понятно. Огонь распространился. Heating change. Да что ж ты, маленькая мразь. Гвоздодера нет, зачем вам гвоздодер? Где же огонь был? И что мне с ним делать? Ну, конечно, ты за мной побежишь, ну как же. Как же иначе? Давай, давай, иди сюда. Так, я не понял. Давай, давай, иди сюда. А вот сейчас мы постараемся от тебя убежать. Чтоб ты застрял там. И не беги за мной! Понятно? Не беги! Чтоб я обернулся и тебя там не было. Послушный. Хорошо. Так буду делать и впредь. Ух ты, это что такое? Какой-то новый вид вооружения. Я не знаю, что это, но выглядит круто. Эль Бастардо, здравствуйте. Welcome, guys, on Twitch. По-моему, мы единичку-то открывали. А, нет, единичка была с номера. Так, нам нужен огнетушитель, господа. У вас есть? Что, у меня есть. Класс. И здесь ничего не было интересного. Классно. Супер. Супер. Первая камера закрыта, я понял. А четвертая где? Картофелемет это? Вот это вот здесь... Ну... Окей. Обидно то, что по мне остался один удар, и я мертв, а... А врагов здесь как минимум еще. Ну вон он бегает, видите, большой. Давай, иди сюда. А, ты же не пройдешь, правильно. Ты не пройдешь, потому что здесь огонь. Вы боитесь огня. Давай я потушу, ты зайдешь. Заходите.
А? Попался, ублюдок? Toasted! Next, bitch! О, воп-воп-воп-воп! Стой, 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 стой! Да стой, стой, стой! Чё себе вылетайте? А куда он пропал? Привет! Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале We Love Games TV! Сегодня рубрика We Love Bricks TV, но за рамками прайм-тайма. Я сижу весь в снегу. Кстати, X-Fire, ты жаловался, вот твоя бумага-то вчера, она проскочила во время стрима по амнезии. Как у вас дела? Есть догадки, где комната 4? Good Game'овцы, здравствуйте! 100 человек на Good Game'е, привет, рад вас видеть! А чё это вы там делаете? Мы играем в нечто. По повести нечто, или стой, кто идет. Stop who goes there. Джона Кэмпбелла. А снял это все дело в 1982 году Карпентер. В 2011 году вышел ремейк фильма. Неплохой, в принципе, но все-таки с Куртом Расселом был лучше. Это же был Курт Рассел, да? Доброго вечера, Даркнема. Alien vs. Predator, да, кстати. Признаюсь, хотел стримить Alien vs. Predator в рамках прайм-тайма. Все уже даже подготовлено, но... Чё-то как-то... Я подумал, что ньюфаги не поймут. Ньюфаги не поймут, поэтому мы оставим эту игру на просто так. Стоп, по фильму сделали игру. События в игре после событий фильма. То есть даже есть намеки на сцены из фильма. Шапку МакРейди и так далее и тому подобное. Карпентер был лучше, да. Ну и учтите, фильм 82-го года. Там же обалденные спецэффекты были. Ребята, обалденные. Для того времени, представьте, 82-й год. К черту ньюфагов. Два одинаковых комментария. Отдельно на Good Game, другой на СК 2 ТВ. А VP херь? Я не знаю, что это за слово такое херь. Прекрасная, прекрасная игра. Вы, наверное, сейчас говорите про VP 2010. Ну, возможно, и та. А вот первые две. Да вы что? Шикарная игра была. Ну что, ладно, поехали дальше. За Алиена я любил играть, потому что за Алиена не было страшно. Ну и за Хищника тоже. А вот за Марина, твою мать! Даже в первой игре, 97-го года, она или 98-го... Вы что, там такое было? Крики и раздор. Ладно, давайте все откроем. Это я понял, да. Здесь пригорает. Это я тоже понял, где дверь. А вот четвертый я не понял, где вообще. Хоть убейте. Ну, допустим, здесь. Давайте еще раз сохранимся. Safe abuse. Ну что, мрази, идите сюда.
такое мазило, давай. Воу-воу-воу! Сейчас прыгнет, сейчас прыгнет! Подождите, а у меня же был... Точно! Да они спаунятся там бесконечно. А, надо в компьютере, наверное, код прочитать, только после этого можно будет открыть кодовый замок. 7291. 7291. Как ты сволочь. Я надеюсь, это не лак? Ладно, окей, хорошо, спасибо. Па-па-па-па, до свидания, господа. Хрен вы здесь пройдете, понятно? А пока вы ждете. Вот так вот. Вот так вот. Eat shit and die. Burn in pieces. Я слышал там еще кто-то. Привет, сладкий. Давайте, признавайтесь, кто там еще выйдет? Девушка на Good Game испугалась, ну ладно. Давно мы тебе бумагу не давали. Зомби. Lizard. По-моему, единственный человек, который сейчас написал 666. Зомбо-ящерица. Скоро патроны станут на вес золота. Кстати, я что-то такое припоминаю. Ну, кстати, О, твою... Когда я в детстве играл в эту игру... Простите, перебили меня. Неожиданно это было. Я до сюда не доходил. Ну вы скоты, а? Романчик, привет. Привет, Харадрик. Да, игра про нечто. Я понял. Мы, по-моему, амнезию-то вчера закончили, не? Странно, а выглядит так, как будто это надо взломать. Ну ладно. Ребят, давайте по одному, вот молодцы. Меня смущает то, как они подпрыгивают при смерти. Такое ощущение, как будто они на потолок хотят забраться. О, перезаряжайся, мистер Блэк. Чего там хуй такой большой? Даже не хочу проверять. Какие-то банки для анализов. Так. Мы здесь были? Нет. Здесь одни трупы. Кто-нибудь сейчас видел, что мы взяли? Потому что я не видел. Откуда? Where the hell did you come from? Как хорошо, что они так быстро убиваются. Кто там ходит так? Ё-просоты! Простите, сударь. Ты... Вот черт. У меня слишком короткий. Но! Вот и стой там, стой там! Стой, мне нет! Что я так ору-то, господи? Как баба, сижу и ору. Да почему не поорать? Да замечательно просто. Самое оно.
А чем меня тебя жечь, прости? Жечь меня тебя чем? Ублюдок. Не подходи. Я надеюсь, он сейчас потеряется и все. Он же глупый. Он же глупый, ты же глупый. Скажи, что ты глупый. Ага, и кнопка такая сейчас. Обратно, да? Черт. Ой-о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 й! Ну давай, давай, давай! Evasion, evasion, evasion! Yeah, evasion! I evaded you, son of a bitch! Потому что самое гадкое сейчас... Нет, это не то сам... Ты хоть меня видел, нет? Или ты просто... Понятно, конечно, да, ну а... Как это еще называется? Ну давай, давай же. А почему у тебя голубая клешня? Что это за херня? Твою мать! О, черт, я сейчас нарвусь на него, я сейчас нарвусь на него, нарвусь на него. Нет, нет, не нарвусь. Нет, 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 нет. Или сейчас просто обходим так сзади, и там никого не будет. Видите? И никого не было. Опа, все. Выкуси. Накуси, выкуси. И не беги за мной. Молодец. Просто молодец. Like a boss. Опа, вот так вот. Вот так вот надо играть. Тоникс, привет. Твоя бумага у меня на столе. Я помню. Ой, я забыл про тебя, ты еще забыл же я! Да не ори ты так, господи, ничего же... Сколько эмоций. Давайте его тоже как-нибудь потеряем. Давай ты... Ну где ты? Нет, мне кажется, он не теряется! Ты... Сволочь! Да что ж ты так быстро бегаешь-то? Твои собратья не так быстро бегали. О, не-не-не! Все, давай, теперь ты и я. Один на один. Ты здесь застрянешь. Ты здесь застрянешь, а я выбегу сюда. А ты там останешься, понял? Давай, дубль два. Я сейчас обернусь, а тебя там нету сзади. Вот умница. Вот и умница. А здесь какое-то убер-крутое пушка. Картофелемет, мне сказали. Сейчас я возьму огнемет. Огнетушитель. Почему я огнетушитель называю огнеметом? Вот и все. Отлично. Отлично. Очень не хватает, правда, мне. Ни за что не догадаетесь. Аптечек. Ну, по крайней мере, есть огнемет. Вы видели? Он взглядом только посмотрел на скранку и... Экстрасенсорные способности. Или как это называется? Жесть, а. Еще один холодильник. Имик, привет. А чего если я... А что будет, если я взорву? И это все? Банальный пук? Еще и выбило освещение, ну замечательно. Вообще у меня закончились под... Ладно. Find Faraday. Faraday нужны. Ма! Да вы издеваетесь? Проклятые зерги, господи! Ребята, я понимаю, что хардкор, но не в такой же ситуации, когда у меня нет ХП и со всех сторон еще. Так, понятно, думай, включи, так, думай, это взрывается? Скажи, что это взрывается! Да! It shouldn't die, bitch! Давай, Славки, перезаряжайся. Твою мать! Ладно, изи моджи, конечно. Нико, привет. Привет, ребята. Welcome, guys.
Find Faraday. Так, что будем делать? Нужно их двоих заманить. Мне кажется, к бочкам. We have to lure those guys. To those barrels! Не тебя! Что? Это что, прототип в Dead Space потом был использован, вот это вот существо? Smells so bad! Вот это фейл. Это тоже был фейл. Тю-рю-рюм. Эльтара, что? Да, я видел аптечку. Привет. Да есть там аптечки, да, но... О, а у меня 0 хп. Ублюдок, а? Give me a weapon. Кто там еще? Кто-то из наших есть? Give me a weapon. Воп-воп-воп-воп-воп! А вот это взрывается? Ж баллоны с газом должны взрываться. На тебя в сраку. На тебя в сраку. Да я почему я снайперской винтовкой стреляю? Woo! Come on, bitch! Burn in hell! Burn it! Burn it! Toast it! Motherfucker! Давай, давай, твой друг уже горит там, на тебе! Сволочи! Будете со мной связываться. Козлы. Кто там кричал? Чего? Ой, напугали ежа голой жопой. Ну полезли. Алло, откройте дверь! Здесь кто-то был? I came in peace. Я с миром пришел. Оп, твою... Да что ж ты... Мразь, а? Ты мразь. Ну что, модница в белых кедах? А, ты мне не веришь, да? На тебе сейчас, спалю тебя. Да у тебя самого рожа какая-то, знаешь. Я б тебе не доверял. И чё тебе дать? Maybe you will get us out of this. На тебе пистолет, всё равно. Всё равно дерьмо, а не пистолет. Пойдём? Okay. Price. Мистер Price. Priceless! Готов умирать? Yeah, Давай не сейчас, а. Ну подумаешь, половина тела, пойдём. Ladies first. Ты идешь, нет? Are you coming or not? Странный чувак. Кто он вообще? По профессии. Прикрывай мне спину. Test subject B4 has shown subtle resilience to flame weaponry. Ооо, классно. B4 нельзя будет поджечь. Классно, классно. Классный subject. This leads me to believe the alien entity's DNA structure can be altered to become resistant to certain forms of flame attack. Ага, да, конечно. Классно, in chamber 3. Тот чувак, который в chamber 3, мы его не выпускаем. Интересно, я правильно делаю, что все камеры открываю? Oh, there's a guy! О, черт. По-моему,
По-моему, его кушают. Черт. Черт, я зря это сделал. Now they're gonna eat him. Jesus, there are a lot of guys. Well, I shouldn't have opened all the doors. Да. Ну чё, побегаем. Это что за дерьмо? Что за сиська в стене? Непланетный... Как? Где компани? Там же никого не было. Пойдем. О, медик, привет. Не-н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 е
Молодец, меткий, давай, давай. Good job. Вот это не ожидал. Я хотел уже его привлечь на свою сторону. Это стример? А кто же я? Нет, я в бане пришел попариться, видите? Просто смотрю телевизор тут. Лис. Опять ты со своей фамилией. Назови меня тихо по имени. Ключевой водой напои меня. Не буду я тебя называть, сволочь. Так и не поменял. Ты можешь просто вот сейчас поменять свой никнейм на Лис, я не знаю, там. Даже если там было написано Жополис, и то бы лучше читалось. Без обид, ну правда. Как вообще? Куда вообще модераторы смотрят? Неужели тебе предупреждение не сделали? А че такие звуки непонятные? А, это ты! Вот там большая штука. Yes, you've got company. Чё, будем его бить? Придётся, наверное. Я не знаю, кто из них resistance to fire. И убежал, говнюк, а? Ух ты, а как он так быстро сгорел? Слушай, ты очень метко стреляешь из пистолета, мне нравится. Оставайся таким же метким. Слушай, а чё не... О, вон там кто-то стоит. Мужик какой-то. Эй, мистер, вы меня слышите? Лысый какой-то. То ли от страха полысел, то ли это... Мистер 47? Так, может, мы что-то не открыли? Maybe we, maybe we forgot to... To switch something on, or off, or whatever. На третьем мы сохранили, запомните, пожалуйста. Можно закрыть и открыть. We can open and close that thing. Так. Алькатрас 14, приветствую вас на Good Game. Привет, ребята. Привет, СК. Чего, Аклимада? Хватит блевать, пойдем. Смотри, ты за шиворот себе наблевал, посмотри. Вы видели? Сова единственное животное, которое... Ты что, сова? Сова единственное животное, которое может наблевать себе на спину. Гэндальф, ты что ли? Ты побрился? Что? Я думаю, что у нас есть время для формального представления друг другу. Конечно, док, давайте следуйте за мной, я тебя прикрою. Так пойдем, зачем он нам нужен? Пойдем, пойдем, пойдем. Нафиг нам не нужен этот. Пойдемте, ребята. Док, пойдем.
в жопу этого латиноса, он все равно... Блин, да... Черт побери. Подставил мужиков. Мужики, пойдемте, пойдемте, мужики. Сгорите вы в аду, твари, а кто там умер? Доктор Фарадей. Сколько же ему нужно было, чтобы погибнуть? No, please, please, мама, no. Третья, да? Окей. Вот черт. Главное, это не я умер, если вы были внимательны. That was not me who died. Дай ему картофелемет. Так, подождите, а... А тебя же здесь раньше не было. Мужик, стреляй! Отлично! Give me five! Good job! Может, тебе что-то вкусное здесь есть, док? Черта у тебя здесь нету. Мистер Фарадай. Can I give you something? Like a weapon? Последний, между прочим, отдаю. Последнюю амуницию. Последнее оружие. Пойдем. Фарадай, пойдем. Фарадай, мистер Фарадай. Proceed. Я не помню, у тебя шутган, что ли, слишком тяжелый? Что такое-то? Я не помню. Что происходит? Жопой подвинул, давай. Окей. Окей. Ладно, может, ты телепортируешься? Мужик, я не понял. Вот вспоминаются сразу те годы, 90-е, когда выталкивали своих... Слушай, я сейчас отберу у тебя! А, спасибо. Может, теперь ты пойдешь? Спасибо, что полечил, кстати, да? Please cooperate! Отдай мне оружие. Окей. Окей, теперь пойдем. Окей. Окей. Да не окей же! Ладно. Будем считать, что он сам. You're not gonna die here. Я вас ждал. Маленькие факелы. И вас я тоже ждал. Фарадай идет или... Ты можешь позвать Фарадая, эй, лысый? Ребят, что с ним делать, а? Mr. Faraday! I see you. Спасибо, спасибо, да. Я тебя тоже люблю. Господи, какими вещами мне приходится заниматься, а? Признайся, что ты любишь, когда я к тебе... Ой. Старость, не радость. Давай, следующая станция... Да... Слушай, мужик, ну... Ну, тысяча человек смотрят на это безумие, как я человека седого, дедушку толкаю в проемы, ну... Так, слушай, давай уже пойдем, а? Окей. Окей. Сейчас я пройду сюда и говорю, иди за мной. Окей.
Ну ты дебил. Главное, чтобы большого монстра не было, а на это все равно. Чё, дедуль, страшно? Оставайся здесь. Окей. Окей. Вроде все хорошо. Looks fine to me. Come on, guys. Я забыл, зачем нам нужен доктор. Если честно. Наверное, сюда наверх. Yes. Ouch. Все хорошо, мужики. У нас полно аптечек и вообще. Давай, что ты ждешь? Стреляй! Ну же, давай! Молодец! Похлопал бы тебя по плечу. Да не могу. Давай, давай, привязывай доктора. Будем над ним издеваться. Кстати, гранаты есть, надо про них не забыть. What's the main objective? Как посмотреть? Как-то можно же посмотреть. Оу, great! Супер, да, класс! Да давай, Чего? Убивай, хорошо. Да сколько можно, алё? Конечно, я очень красиво увернулся. Точнее сказать, вообще не уворачивался. Воу! Чё за дерьмо? Док, спать. Да что? Чё мне с ними делать? Кстати, смотрите, картофель и мед. Может просто пробежаться? Чего? Давай не превращай. На! Держи патроны. Встав. О-о-о, ребята. Встань. Thanks. All right. I'm okay. Что делать с ним? Хоки, привет. Мне вот так нравится на Good Game. Человек заходит, говорит, всем привет. И все пишут ему, все 120 человек пишут ему привет. Ну, здорово же, а. Песка, у вас такой же дружный портал? Все, просрался, молодец, пойдем. Пойдем. Окей. Ах, твою мать, паранойки. Давай, должно быть все хорошо теперь. В меня только не стреляй. А то начнется сейчас, как в XCOM. Твою налево. Я не знаю, как... Чёрт, а. Проклятые тентакли. Чего это? Я уже замерзаю? Не понял. Я нашел ту самую точку G. Джеронемо, привет. Васян сдал из хата ВТВ с потрохами. Какого черта?
Ад, успокойтесь, солдаты. Хорошо, чтобы встретились, доктор. Да, нужно поговорить. Тут все в свое время. Сначала, да, нужно попросить вас сдать ваше оружие. Нет, ни хрена я тебе не дам, пока не получу ответы. Не, Блэк, ты отсюда так не уберешься, поэтому я советую тебе делать то, что мы тебе говорим. Господи, Блэк крашеный еще, посмотрите. А, понятно, ну, значит, не повезло мне сегодня, да? Да, ты прав. А нам нужно протестировать тебя. Чего? В чем тестировать? Я не инфицирован, у меня мужики там убирают. Ты что я видел? Ты знаешь, что я видел? Ты такого не видел. На глазах у меня убирали. Да, неужели? Так ты сукин сын, это все ты виноват, да? Это ты здесь всем управляешь? Что это? Я думал, ты умнее. Ты что сделал? Я просто дротика бы всадил. Ты хоть знаешь, что там происходит? Конечно, я все знаю. Ты, неужели это ты сделал все? Да, ребята, я так много вам предстоит показать. Столько всего интересного. Ну, возьмите спящую красавицу и пойдемте. И доктора тоже прихватите. О, нет. А, срочно, срочно, тревога в секторе С2А1. Весь персонал, срочно, покиньте помещение. Ты что делаешь, а, Фарадай? Инфекция распространилась во всей базе. Вы должны уничтожить эти организмы. Если они достигнут основной земли, то на полный... Нет, я не думаю, что на полный. Наоборот, я бы хотел, чтобы они достигли. Не, подожди, что ты... Да ладно, мы не можем терять все наши исследования. Это наш первый опытный... Ой-ой-ой. Нет, вы без моей помощи вы ничего не сможете, а нам не нужна твоя помощь, ублюдок. Ну, как-то так. Test subject termination sequence aborted. Security status green. Тревога отключена, тревога отключена, все хорошо. Вы можете работать дальше. А что со мной делали? Со мной что-то делали? Надеюсь, что нет. А, чувак! Срочно за помощь! Кому тут помощь за? Тут все сдохли уже. Отлично, и без оружия. Я вам говорю, создатели Dead Space точно играли в эту игру. Антураж-то, антураж. Привет. Эй, пойдем? А ну уходи, я тебе не доверяю. Может подумать, я тебе доверяю, ублюдок. А так, ты мне доверяешь? Монстр чем-то встревожен. Оу, прекрасно, прекрасно. Замечательно. Только сюда не заходи, ладно? Вот так вот. Матерь божья. Эй, мужик, она не секьюр, я тебя уверяю. Доктор Шон Фарадай, Chief Medical Researcher, Gen Inc. Initial bioprofile of test subject. High risk of killing rejection, plant with B4 strain of blood virus. Господи, на докторе опыт оставили? А он выжил? Так, нужно отсюда убираться. О, черт. Да что ж ты, уйди, стреляй, стреляй, ты же медик, стреляй!
Ну? Что значит? У меня вообще ничего нет. Ты с нулевкой тут сидишь! Ну ты дурак. Ну все, молись. Прощай! Прощай, мужик! Удачи! Твою мать, теперь ты еще и хёрт! Бат хёрт у тебя! Чё? Что мне делать? Красавчик. Ой, твою... Jeff Blake has been under observation for a few hours now. Due to his combat training, he is being considered as extremely high risk, so the security gates have been set to recognize his DNA sequence. The gates will sound the alarm if he passes through and activate the automatic defense systems. All other personnel can pass through the gate without tripping the alarm. The only problem is the malfunctioning gate in the armory, which should be fixed soon. Говорят, так как мы суперкрутой пехотинец, морпех, за нами бдительное наблюдение, и если мы будем проходить через вот эти вот врата, сразу сигнализация, в общем, заводит, потому что там есть какой-то... Там есть... Нет, это уже нечестно. Уйди! Уйдите все! Черт, опять один ХП оставили. В общем, если мы будем проходить через ворота, сразу сигнализация Что? Мужик, ну... А где? У тебя же был только что пистолет, ты же его взял. О, черт побери. Ну, хорошо, что тебя убили. Нет, вы меня не укусите. Нет. Я супер крутой пехотинец, нет. Твою мать. Оружие-то где? Вот, 1 из 50. Супер. Уйди. По мне сейчас и здесь все потрачу. К чертям. Да ну нет же ж. А я говорил про патроны, говорит он про патроны. Давай, еще чуть-чуть. Не прыгай на меня! Сволочи. Тогда я не знаю, что делать, честно. Включили. Хорошо, пока он там, мы можем подойти к медику. Ну а что мы с этим медиком сделаем? Ничего. Идет. Ушел? Да, вот он пошел. Этих парней мы можем оббежать, потому что здесь же вроде... Да уйди ты! Так это фонарик, это не пистолет, это фонарик был! Сволочи, закройтесь. Опа! Вы видели, как ловко? I've got a very high agility skill. Так. Ах ты, сукин сын. Ага! Сакундес! Вот так вот тебе. Чё я раньше не догадался? Интересно, что это? Чего? Что ты мне тут показываешь? На Димагу похож. Крутой чувак. Ну как же я смогу тебе... Чувак, у меня нет патронов даже.
Дим, держи. Maybe you will get us out of this. Ух ты, спасибо. За добро добром. Okay. Надо починить. Черт, инженер нужен. А вот, смотрите, там. Там аптечка и что-то еще. Hold still, and I'll fix you up. Дим, спасибо, а ты видишь? Ну вот это эффекты. Еще патроны. Еще патроны. Главное, чтобы не пришлось. Воу-в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 оу! И что делать? Не могу понять, в чем сидит Дэн. В костюме джедая или в смирительной рубашке? Мы же договорились, что в костюме джедая. А вот что делать дальше, я не знаю абсолютно. I don't know what to do next, guys. Absolutely no idea. А может поставить тебя здесь? А ты меня будешь просто лечить? А ты лечишь меня? Ты меня лечишь? Понятно, ты меня уже не лечишь. Не сказать, что мне очень хочется возвращаться в ту комнату. Инженер, окей. Давай, иди сюда. No! Оставь его в покое! Иди сюда! Сюда! Get over here! Over here! Good boy! Stay in there! Stay inside! Пойдем! Yes, sir! Ты мне нужен, чтобы убить этих гадов! Молодец! Like a pro! Прикрывай! Слушайте, игра-то интересная оказалась. Для того-то времени. Да не умрем мы здесь, все нормально. Это Армори? О, вот и медик. Ужас какой. Кого-то напоминает. О, господи. Look at this. Кость, кто-нибудь, помогите мне. Пойдемте, мужики. Вот это, кстати, инженер, он сейчас нам поможет. Сейчас проблюется сейчас, да. Пойдем уже, а. Вот это почини, пожалуйста. Куда ты побежал? Сюда иди. Ой-ой-ой. And get over here and help me to fix this goddamn thing. Да нет у меня оружия, какой weapon? Вы о чем вообще? Думаете, Димага мне отдаст оружие? Ну. It's just a scratch. Get away from me. Спорим, я зафейлю. Вот серьезно. Даже здесь я зафейлю. DNA analyzed. Captain J.F. Blake. I don't trust you. Yes, sir. No. Oh, no. Ребята, держитесь, сейчас. Сейчас, секунду. О, черт. Держись. Так, чего мы тебе можем дать? You're all right. Да мы тебе ничего не можем дать.
Только вот так вот. Напополам. А тебе мы можем дать пистолет, кстати. Ты же все равно обернешься наверняка потом. Гадким инопланетным существом. Ну чего, готовы? Окей. Надо бы сохраниться, мужики. Так, подождите, а все равно... Не, подождите, только give me five пока еще. У меня... Да. Окей, а что если я скажу тебе... Тебе пожертвовать собой, чтобы ты... Ну вообще это как-то странно. А что если... Нет. Есть приложение? Пулемет вроде отрубается. Давайте проверим, может здесь какой-то пульт пропустили. How can we switch off the automatic turret? That's a question. This doesn't look good. It's all right. I'm fine. We're gonna die here. То есть пулемет отрубается вот, вот, вот здесь вот, да? Ага, супер. Ушла, мразь? Да... А, да что ж ты... Ну стреляйте, чего, компани? Да, действительно, смотрите. Не пугайте меня так. Давай, это тебе поможет. Спасибо, что лечите меня, ребята. Что бы я без вас делал? А ты кто? А, нормально, да, вот так показал и обратился еще. Вот тебе за это. Будешь еще факи мне тут показывать. Ублюдок. Looks like I need an access code. Access code, yeah, you need an access code. Да, мне факт показал. Кнопку у медика включал-выключал, вот и пулемет. Ты там еще и тварь закрыл. Да, ребят. I can hear things at night that freak me out. It's also weird, people are disappearing all the time. But I don't know why. What are they doing to us? Why have I been detained? I've gotta get out of this place. There's a panel at the back of my cell, which might lead to an air vent. Понятно, в общем, там, где он прятался... Какая-то вентиляционная шахта есть. We've got company! Юп-пу-пу! Юпи-пи-пи-пи! Юпи-ка-ей! Оу! Оу! Оу, I like this one. Это круто. Так. Это замечательно. Yes, sir. Kiss my ass. Yes, sir. Прикрывайте мою задницу. Cover my ass. All security gates are set for recognition of DNA. Sequence of test subjects 485. Name Black. That's us. That's us. Man, I hate this job. Я не знаю, что это за звук. Я думаю, что какой-то механизм. That's some kind of a mechanism. I might be able to deactivate the security gate with the я бы мог вырубить это поле
при помощи, если бы подобрал правильную комбинацию. Понятно, неправильная комбинация, мужики, бежим. Я не понял, что сейчас произошло-то? Надо обдумать. Guys, I'll be back in 2 minutes. Just, I'll take a cookie. I have to think a bit. Через 2 минутки вернусь. Ну вообще. Кадала Willow Games TV представляет. Нечто. Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли. Маккредди мрачно кивнул. Мы знаем, что Конант — это Конант, потому что он не только выглядит как Конант, но и говорит как Конант, и ведет себя как Конант. Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг. Конант, одиноко стоявший в другом конце комнаты, оглядел их неверящим взглядом. Лицо его побелело. «Да заткнитесь вы, пророки Иеремии!» — голос его дрожал. «Что я вам?
образец, который вы под микроскопом исследуете? Червячок, о котором в его присутствии можно разговаривать в третьем лице? Макреди встретил его взгляд. Конант, если тебе так тяжко нас слушать, отойди подальше, пожалуйста. У тебя перед нами преимущество. И ты один знаешь ответ. Вот что я тебе скажу. Теперь из всех здесь присутствующих тебя и боятся больше всего. И уважают больше всего. Черт побери, видел бы ты сейчас свои глаза, выдохнул Конант. Да не смотри ты на меня так! Что ты намерен делать? Что вы можете приложить, доктор Коппер? Спокойным голосом спросил Гэри. Ситуация складывается невыносимая. А, да, резко выкрикнул Конант, а вы посмотрите только на эту толпу. Прямо как стая собак там в коридоре. Беннинг, ты кончишь хвататься за ледоруб? От неожиданности механик уронил топор, но тут же поднял его, обводя комнату взглядом своих карих глаз. Коппер присел на лежанку Блэра. Как уже говорил Блэр, микроскоп не поможет. Прошло слишком много времени, но пробы сыворотки будут решающими. Пробы сыворотки? Ну-ка, поточнее, пожалуйста, спросил Гэри. А если взять кролика и вводить ему регулярно человеческую кровь, которая для него яд, то кролик станет иммунным к человеку. Если потом взять немного его крови, влить в чистую сыворотку и добавить туда человеческой крови, то начнется реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет. «И где, твою мать, мы найдем кролика, док?» — спросил Норрис. «Ближе, чем в Австралии, их нет, а ехать туда нам некогда, знаете ли». «Я знаю, что в Антарктике кролики не водятся», — согласился доктор. «Но для проб любое животное сойдет, собака, например. Только вот времени это займет больше, несколько дней, я думаю. И потребуется кровь двух людей». «Моя подойдет?» — спросил Гэри. «Вот нас и двое», — ответил доктор Коппер. «Я немедленно приступлю к работе». Добрый вечер, уважаемые зрители. С вами канал Love Games TV, я ее ведущий Дэн Русианини. Сегодня мы играем в игру под названием The Thing. Welcome guys on Twitch. I'm sorry for a lot of Russian language, as we are mainly a Russian community here. You are on We Love Games TV channel. My name is Dan Rossianini, and tonight we are playing The Thing. Very nice game. Нет, это не начало, мы уже отыграли 2 часа. Жаль, что вы пропустили, судари и сударыни. Но ничего, мы продолжаем. Привет, привет, Корвин. And here we go again. Какая приятная заставка. Надо еще печеньку, кстати, взять, что-то. Вы знаете, печенье — это вообще зло. Я знаете, что взял? Не поверите, я взял печенье юбилейное с кокосом. И не могу оторваться, как семечки. Вот идет, идет, вот просто ужас. Вкусные заразы, но вредно же. Потом не просраться. Area looks secure. Угу. Good job, товарищ. It's very good that the security room is secured. I trust in you. Знаете что? Нет, не знаете. Кто мне подскажет правильную комбинацию? Can you tell me the correct sequence? Because I don't want to meet those guys. Не хочу я встречи с этими ребятами. С автоматами. Здесь мы точно не пролезем. И для вашего к вашему сведению, чат на Твиче у меня не работает почему-то. Последнее сообщение от Devil Itself. The Side говорит, мы с тобой. 0110. Эпик, давай, так. Спасибо, Эпик Фейл! Горите в аду! 0110, говоришь, да?
Да-да. Один и три, два и четыре, пять и восемь. А, ну чё, собственно... Собственно, чё я вас слушаю-то? Столько мнений. Столько мнений, это значит, что... Одно из них точно неправильно уже. Почему меня так быстро вырезали? Мне же пол... О, у меня... Какой пол ХП? У меня полностью ХП было. Всё. Ты поверил человеку с ником Epic Fail? Ну... Не, вообще, я давно ребят знаю из Good Game, SSK, мы как бы все... Ну, я думал, что мы друзья, и стоит доверять друг другу. Хотя ты, наверное, прав, да, этот мир жесток. Хорошо. Один, ноль, ноль, один. Good. That is good. На, нет, ребята, обратно, обратно, обратно. Нет, Димага, нет, иди сюда. А что, всех убили же? Ребята, идите сюда. Вот так вот. Окей. Окей, да. Я что-то услышал? Стоило мне только повернуться. Не ходи сюда, я же тебе сказал, уйди. Стой, где я сказал тебе стоять. Штенберг, Кёртис, Хэнсон, Рейболт. Твою мать, даже Фриски здесь есть. И Блейк 874. Тернер, Стэнмор, Вули. Это список всех, не знаю, подопытных или заключенных. Я уже не знаю, что они с ними сделали. Доктор Шон Фарадай, Chief Medical Researcher. I'm getting increasingly worried about the mental state of Commander Wilfley. I believe that he... Ребята, я не знаю почему, но у меня сейчас такое вот дикое желание возникло поиграть в Command & Conquer Tiberian Sun. Возможно, я услышал вот это слово. Commander. Commander. Yes, Commander. Серьезно, вот в Tiberium Sun почему-то. Именно хочется вот в него. Не знаю, ладно. Ну, окей. Тест, 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 тест. Вау. Ребята, по-моему, они нас вирусом заразили. The experiments on test subject 874 Blake, that's me, have proved inconclusive, but there seems to be a minute trace of a color anomaly that could be related to the cloud virus. То есть какой-то там намек на вирус есть. Кого запускать? А, вы про Tiberian. The virus of many forms. Так, стойте там, ребят. Just stay there. Тебе можно доверять? Stanmore. Can I trust you? Ну, это нам не нужно, точно. Что? Оп! Sorry! Sorry! Осторожно, двери закрываются. Хватит блевать на меня. Ничего себе, куда? Так, а ты? Хорошо, что ребята кричали. Какой ты? Фотогеничен очень, кстати. You know what you're doing? Ты что, знаешь, что ты делаешь вообще? Что я делаю? Пойдем. Я got it. Ну ладно, тебе пока доверяют. А печенье тебе не дать? Give me a weapon. Это что такое? О, господи. Может, здесь можно пройти? Ага. Так и знал, что из трупа вылезет, сволочь. Can they follow me? Они за мной смогут проследовать? Нет, наверное, нет.
Блейк, ваша могучая спина. Замечательно. Какая большая хренотень. Что? Вы можете забираться? Нет, слава богу. А где картофель и мед я должен был брать? No, it's not secured, guys. Absolutely not. Вот подстава. It's a flame grenade. Окей. У нас есть граната. Как-то неудачно ее кинул. Почему ты туда ты кидаешь ее? Дурачок. Stupido. Ай-яй-яй-яй! Computer power, computer power, computer power! Беги, беги! Опс, 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 опс! Воу, 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 воу! Изи, изи, изи! Да что ж ты делаешь-то? Весь ХП меня сожрал. Короче, не получилось красиво. Да и... На аптечку как... Воу, воу, воу. Парень, ты зачем их привел? Уйди от огня! Говорю я сам себе. А где ребята-то? Не понял. Ребят, пойдемте. Yes, all right. Сейчас мы сохранимся и пойдем взламывать панель. Пока вроде все хорошо. Даже побольше аптечек взять. С нами все равно медик, не страшно.